No, just here nak buka lah. Asyik gumagawa sila ni. Snowman. Как дела, малыш? А? Как дела? Очень холодно, да, малыш? Привет! Я колобок. Я колобок. Не ешь меня, медведь, я не вкусный. Я тебе пою очень красивую песню. А вы с какой страны? Я филиппин. Я филиппин. Я он друг из Франции. О, я. Очень приятно, да. Спасибо. Да, первый раз в Питер, поэтому... Понятно, понятно. Как там нравится у нас? Да. Были в Смольном соборе, да? Да, просто да, последняя точка, потому что вчера походили куда-то, погуляли где-то в центре. Понятно, да. Молодцы. У вас очень хороший русский. Ой, спасибо. Постараюсь, я учусь и в Москве с 15-го года. Здорово. В настоящее время. А кем хороший, будете? Хороший студент. Бакалавриат я получил 19-го года, летом 19-го года русская филология. Ничего себе! А сейчас магистратуре 2 года, получил магистратуре, а сейчас в аспирантуре на 2-м курсе. Какая тема у вас? У меня рекламный дискурс в аспекте диалога культур на сопоставление русско-филиппинских материалов. У меня направление филологические обеспечения СМИ. Вы у себя будете работать? Здесь хочу. Здесь? Да, я устроился работу уже. Там другая компания в Москве меня взяли все документы, взяли там этот патент, надо получить. О, ничего себе. Вас на родину не тянет, вам в России нравится? Очень люблю здесь, да. Нравится? Очень люблю Россию. Тут много возможностей, получу хорошую зарплату и. Да. Понятно, здорово. Молодцы, да. Что верится. Очень люблю Россию, да. Спасибо, да. А любимые писатели у вас? Пушкин. Любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то рыбностью томим. Я вас любил так искренно, как не, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Февраля. Понял. У меня еще любимый писатель, это самый «Война и мир».